Ща разрубил его, будет свой СС. Только увил найду. О, даже две ВСС. О, найс. Блин, какого хрена? Просто когда челленджа нет, три ВСС нашел. Это вообще легально такое? Три ВСС нашел, челленджа нет. И чел, у чела еще ВСС одна. Офигеть, 4 ВСС нашел. Ну, я уверен, что он как будто отсюда должен идти, по идее. Да, надо боковой прицел лутать где-то. Вот он. Ну и все получается. Отлично. Теперь у меня одна ВСС с боковым. А вторая чисто на дальняк. Найс. Главное не обосраться сейчас где-то. Нифига себе, это что за выпад такой? Лютый. Так, ладно, гоу девяточки еще полутаем. Да и можно смело отсюда отчаливать. Не, ну тебе сразу, конечно, 4 ВСС это такое. О, там дропы упали еще у меня. Офигеть. Ну это катка реально под меня вся. По 90? Еще по 90. 2 по 90, если что, здесь.
Так, ну я так понял, он там все что-то прочекивает, скорее всего. Колеса заруинил мне. Не, ну 2P90 в катке не должно быть. Типа мне нужно просто как-то патроны куда-то просто отнести и все. Так, ну он что-то не собирается дропы идти лутать. Почему? Чего он ждет? Я не могу так ждать долго. У меня нет столько усидчивости. А вот и он, походу, да, там бежал? Драгунов? Драгунов, да. Так, в общем, что мне нужно сделать? Там еще дропы упали. Блин, дропов просто тьма, и дропы какие-то жирные еще при этом. И, в общем, тут надо просто скинуть все девятки. Забрать вот так вот. И отнести это куда-нибудь вот сюда. Чисто схрон. Потом забрать его тачку. И заодно тут еще посмотреть, что тут есть. Так, ну тут еще ФАМАС. Офигеть. Ну как так? Вы понимаете, 3 по 90 в дропе. Баланс. Вы представьте, просто сквад лутался бы этот дроп. Все, в скваде 3 по 90. И это просто Unreal вообще перестреливать. Он тут есть или нет? Я не понял, он его убил или не убил. Ну, по-моему, килла не было, да, в киллфиде? Поэтому тут где-то чел еще, скорее всего. Блин, я думал, что это такое? Офигеть, жалко, С4 не доехало до него. На самом деле. Прикольно было бы, если бы доехало. Там чел с дробашом был, если что.
Чел на глайдере просто пытается фуникулер убить. Так, ну, под фуникулер мне не вариант подъезжать прям, потому что там РПГ этих куча. Так, ну он спрыгнул вниз. Хорошо, теперь у него тачка есть. Так, а куда он спрыгнул-то? Мотоцикл какой-то едет. Вообще, мотоцикл должен сюда, по идее, свернуть сейчас. Так, у меня чел какой-то спереди тапает. По медведю, что ли, или что? Понять не могу пока что. Но я знаю, что он тут за пригорком. То есть это разные. Там чел с МКшкой какой-то. Так, ну мне тут на медведя не триггернуть на себя. А спереди чел с МКшкой у меня. Надо быстрее выходить, пока он не вышел. Ё-моё. Офигеть, его сдуло. Так, ну надо забрать у него гелик. Он тут типа убил. Не знаю, может тут на ноге сыграть? Как будто бы есть такой вариант. Чел еще передо мной. Тоже, по идее, можно быкануть, да? Ну тут овер далеко просто. А, прок ждать. И сейчас понятно будет, куда ехать. Возможно, сюда поедем. А, в принципе, у меня тут норм вообще. Я бы даже сказал, мне тут идеальнее всего. Единственное, я не дочекал слева, у меня есть ли люди или нет. Ну вот не зря все-таки чуечка. Это единственное, если бы я тут стоял, стрелял, то чел бы отсюда просто вышел бы и убил меня, скорее всего.
Так, у меня в домах там какие-то Nokia. Ладно, го туда смотреть. Я думаю, что, в принципе, с ВСС можно сейчас на дальняк поработать нормально. Там чел... Чё, он сейчас побежит. Через 40 секунд. И у него АВМ, да? НТ. А, вот чел лежит. Он меня видел. Он меня еще сваншотить может. Нифига там чел приуныл. Просто приуныл, блин. А там БРДМ стоит? Да, там БРДМ стоит. Офигеть. А у меня ни С4, ничего такого нет, да? Но я надеюсь, БРДМ прям взорвут сейчас. Или это мне делать придется? Он задавил чувака. Он его просто задавил. Ну нафиг. Короче, я взрываю БРДМ. О, найс. Я взорвал БРДМ. Чел не понимает, откуда я стреляю. Да, отлично. Бам, бам, бам. А! Что? Бам, блин. Камон. Я что тут, просто так, блин, стою? По нему еще сверху чел стрелял. Вон он. Капец, он живучий был, да? ВСС просто царапает, блин. Так, ну этому челу у меня выходить на меня получается. Да, ему фул на меня выходить. Но я, по идее, все про всех знаю. Чел мне здесь. Фу, блин, нашалеть. Один чел где-то там. И один чел в поле. Все? Это чел? Нет, это не чел. Вот чел бежит. Но чел должен сейчас с Драгуновым на него триггернуться, по идее. Он мне с первой в голову дает. Это нелегально вообще. Понимаете? Да ну не! Эминем, блин. Но я на самом деле так и думал, что сейчас этот просто чел выйдет и убьет. Ладно, НТ. Блин. Это жесть. Капец. Анлучка. Ну ладно, все равно в любом случае хорошо постреляли. Сколько у меня? Ну, 1600 урона. Нормально.